Специалисты русской медной компании помогут разработать месторождение меди алжирским промышленникам. Переговоры с иностранцами провели на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Всего же международный форум стал площадкой для подписания сотни договоров и соглашений за 4 дня работы. Полина Кирсанова продолжит. Русская медная компания сделала самую яркую и комфортную зону для переговоров на «Иннопроме». От такого приема обычно сдержанные представители крупнейших мировых компаний эмоции сдержать не могут. Это, наверное, самый шикарный стенд. Более того, я скажу, что многим компаниям надо поучиться у вас организовывать. Было все великолепно. В восторге от увиденного в том числе и министр промышленности Алжира. В деловой зоне павильона РМК делегация провела серию переговоров. В стране есть крупное месторождение меди. Алжирцы ищут партнеров в его освоении. Мы бы очень хотели увидеть перспективы сотрудничества с вашей компанией для дальнейшей разработки месторождения меди в Алжире. У нас большие запасы железа, цинка, золота, алюминия, меди и серебра. Мы бы хотели получить полную информацию о компании РМК. Следом за делегацией Алжира стенд РМК посещает президент республики Палау Томас Ременгисау и представители компании «Сименс». Они предлагают внедрить новейшую систему диспетчерского управления. Она объединяет разрозненные предприятия и цеха в единое информационное пространство. Эта прозрачность, она является предусловием для того, чтобы в дальнейшем появилась возможность принятия правильных управленческих, оперативных и производственных решений. Они позволяют под каждое предприятие настроить систему так, как нужно именно нам. И такие взаимовыгодные встречи в зоне переговоров павильона РМК провели десятки компаний. С инвесторами на мультимедийной площадке встретились и главы южноуральских городов. Заходишь в павильон и понимаешь, что это, ну, можно назвать павильоном не номер 2, не номер 3, а павильоном РМК. Русская медная компания активно развивает социальное партнерство с органами власти в городах своего присутствия. В рамках социального партнерства, значит, очень многое делается в городе. Благодаря русской медной компании капитально ремонтируются детские сады, строятся спортивно-оздоровительные комплексы, реставрируются храмы, финансируются культурные и спортивные мероприятия. Полина Кирсанова, ОТВ.